До сеанса было минус 3,5. А после сеанса что происходило? После сеанса, ну, где-то в течение вот дней 5, скажем так, все стояло на месте, то есть прогресса не было. Вот после, почему-то после 5 дней оно потихонечку пошло вверх. Угу. Вот. Ну, на данный момент 1,5. В общем-то, для меня это очень существенный прогресс. Ты проверяла медицинскую? Да, специально проверяла. Не глубокий вдох. На выдохе ты сможешь открыть глаза, глаза открываются, и ты смотришь в центр моей ладони. Теперь я прошу вас, глубинный разум Марин, посмотреть внутренним взором на здоровье Марины, на работу ее внутренней системы, посмотреть на нее как сканером, от кончика, от макушки головы и до пальцев на руках и ногах. Вы глубинный разум Марины, зная тело Марины, его развитие, устройство, легко сканируете тело Марины на различные заболевания, отклонения. И если вы найдете какие-то отклонения, я прошу вас мне сказать, есть ли что-то, что нуждается в корректировке. Настроиться на предыдущий сеанс и вспомнить о проделанной работе по улучшению зрения Марины. Я прошу вас, глубинный разум, проанализировать успешно проделанную работу, при которой зрение Марины начало восстанавливаться и восстанавливается до сих пор. Можете ли вы, глубинный разум Марины, продолжить это восстановление зрения до нормы, до того, какое зрение было у Марины раньше. Скажите, вы можете это сделать собственными силами? А сколько вам потребуется времени, чтобы настроить зрение Марины таким образом, чтобы она видела все четко и ясно, идеально? Разум Марины, как бы невольно напоминать Марине и сделать это у нее привычкой. Тренировка мышц глаз, ибо это ускорит и закрепит зрение Марины наилучшим для Марины образом. Скажите, глубинный разум Марины, вы можете это сделать? Да. Очень хорошо.